comes and goes. Етикс, дата начала вещания 1 января 2005 года, дата конца вещания 10 августа 2010 года, причина закрытия: исполнил функцию переходного канала, заменил Fox Kids, заменен Disney XD. Латинская Америка, Западная Европа и Азия, Disney Channel, Центральная и Восточная Европа, владелец Walt Disney Company. ЧТРК, Черноморская телерадиокомпания, страна Украина, зона вещания Крым, спутниковое вещание, время вещания круглосуточный, язык вещания украинский, русский, штаб-квартира Киев, формат изображения 16:9 SDTV 1080i HDTV, дата начала вещания 15 декабря 1993 года, эфирное вещание 9 ноября 2014 года, спутниковое вещание, дата конца вещания 3 марта 2014 года, эфирное вещание, причина закрытия: версия руководства Республики Крым, нелицеприятное освещение событий в Крыму, долги за распространение сигнала. Версия Украины, силовой захват РТПЦР. Замени скид, заменен Россия 24, слоган «Мы рядом». ЛНТ, страна Латвия, зона вещания Латвия, язык вещания латышский. Русский, центр управления Рига, формат изображения 16:9, тематика канала общая, дата начала вещания август 1996, дата конца вещания 1 марта 2020 года, причина закрытия: реорганизация медиа-активов ТВ3 Group в Латвии в связи с объединением служб новостей ТВ3 ЛНТ, заменил НТВ5 Пища ТВ, заменен ТВ3 Лиф и владелец ТВ3 Group, проведенчик ВТП, партнер с Modern Times Group, Рамблер, телесеть, страна Россия, зона вещания Азербайджан, Армения, Белоруссия, Россия, время вещания круглосуточно, язык вещания русский, штаб-квартира Москва, формат изображения 4:3, СДТВ, тематика телеканала познавательно-развлекательная, дата начала вещания 1 января 2003 года, 7 часов, дата конца вещания 10 июня 2007 года, 6 часов, причина закрытия: профмедиа купила собственные частоты канала Рамблер, после чего объединила их с телеканалом 2Х2, заменил Прометей Аст, затем Астов, заменен 2Х2. Бис ТВ, страна Россия, зона вещания Россия, тематика телеканала музыкально-развлекательная, дата начала вещания 1 января 1993 года, дата конца вещания 25 сентября 1998 года. Полночь 30, заменен МТВ Россия, основатель Борис Засимов, владелец Бис Интерпресс, руководитель Евгений Кучеренко, 1994-1997 годы. Алексей Ласюк, 1997-1998 годы, ТВ6, страна Россия, зона вещания Австралия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Канада, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, США, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина, Эстония, язык вещания русский, тематика телеканала общая, дата начала вещания 1 января 1993 года, 19 часов, дата конца вещания 22 января 2002 года, полночь 9, причина закрытия: ликвидация имен ВК, заменил технический канал «Северная корона», заменен «Флаг России» и НТВ плюс «Спорт». Затем ТВС, основатель Эдуард Сагалаев, Тед Тернер, владелец ЗАО «Московская независимая вещательная корпорация», ФАКС, Германия. Страна Германия, зона вещания Германии, язык вещания немецкий, тематика телеканала развлечения, дата начала вещания 19 мая 2008 года, дата конца вещания 1 октября 2021 года, причина закрытия неизвестна, владелец компания Уолта Диснея, Германия, ГМБХ.